Всем привет, с вами я, Джек Берт, это передача «Автообзор» на канале «Блэй Дальногой». Сегодня по просьбам трудящихся мы хотим посмотреть вот на этот охуительный автомобиль Freightliner Century. Можно, да? Да, конечно. Как разуваться? Да, вот единственный есть минус, тут если разуешься и уедешь, ты останешься без тапочек. Ай, уезжал уже, да? С тобой комплект тапочек возишь, да? Да, вот. Небо. Ну и как? Чё? Автомобиль. Едет. Кожаные занавески. Все как положено. Вообще четко. Кстати, надо реально кожа. Ну я вижу, что реально кожа. Можно, да, расшторить? Да, конечно. Чё, через эти форчики что-нибудь видишь? А? Через эти форчики что-нибудь видишь, говорю? Через эти? Да. Приехал. Это ты сам сделал, да? Да. Если. У тебя там еще пища, я смотрю. Ну-ка. Ну, блядь, меня поймет. Кто? Ну, тот, кто ездит на них. Ну, объясни, может, что-нибудь еще. Они отваливаются, они пластиковые. Дернул не так все. То есть смысл нет покупать другие, да? Не, вот железо. Ну, как автомобиль, расскажи, как им вообще пользоваться? А то мы слышали, что в Америке такие охуенные машины. Вот что у них охуенного? Ну, кроме спальника. Как на газели. Дури много. Первую ширнул. Все, и сколько дури? Здесь где-то, блин, не знаю, 370, наверное. Это разве много? А ну подожди, я не знаю, что тебе не знаю. Да иди посмотри. Сейчас тебе скажу. А может мы тоже постоим? Конечно. О, блядь. О, блядь. Ебать. 435. О. 435 всего лишь коней. Ну, нормально. Здесь? Ну что, подсветочка, баллончик, газовый. Заяц вон. А, ну чтоб все видели, да, снаружи? Недоклеенный. Да и нечего приклеить. Как это, скотч монтажный? Да. Чипсы мы тут точим. А это можно открыть? Да. Нихуя себе. Это что, холодильник? Нет, просто ящик. А полки где? Кроме. Вообще шикарно. Типа холодильничка. Так это что, вот все холодильник должен быть, да, вот это все? Да не, это просто именно, блин, шкаф для вещей. У кого-то я видел, просто здесь роба закинут. Роба? Роба. Прикуйник, раз, два, три, четыре. Подожди, подожди, ты больно быстро. Где раз? Ну, вот оторвался, он должен приклеить. Короче, это весь Фред разъебанный, я смотрю. Да, ну ему сколько-то лет. Сколько? Понял. Вываливается. А там что? Ничего, вещи. А вот холодильник на них бывает вообще, нет? Хрен. Стол, блин, двигается. Он тоже не работает до конца. Ну нормально. Бать, шконка. Охуеть. Больше, чем газели. В прошлом выпуске у нас газель была. Ебать, ты посмотри на. Я не достаю. Оп. Охуеть. Автономка сколько? Нету автономки. Печально. Вон печка вторая сзади. Что за печка? Ну, такая же печка, вот как спереди, только вот сзади ждет еще. А, вон она, вот все эти там щели. Не работает. Понятно. Это что, форчика? Да, толкай. Я не разъебу ее. А, вот так вот надо. Заебись. Бывает, это же хорошо. Там же тоже вот окна открываются. А вот сюда как наверх залазит. А шконка поднимается, да? Да. Это что? Ну это она поднимается, эта хрень. Крутится как-то и она защелкивается. Ну я раз ее защелкнул, она как-то потом упала. Колонки. Где? Блять. Туда даже как-то не залезешь, чего там. Че, ну вообще по идее вот, видишь? Вот эта хрень, это на нее надо наступать и залазить, вот тебе ручка. А вот еще дверь есть, там еще шкаф. У меня бы все шкафы были битком. Да, тебе так кажется. А? Нечего положить. Вот это вот. И все это в дороге под музыку идет. Ну давай и так заебись. Ведро, блядь, ты как это, ну ты. Ну мусор. КГТшки. Сидишь как холостяцкое имя. Мусорное ведро. Меритон. Че, заводи, послушаем, как автомобиль
работает. И что это было? Надо обязательно сцепление нажимать, да? Я выжимаю, привычка, не знаю. Сейчас будет пищать, пока не наберем. Ебать он дурак. Добавьте рубрики, любую публику, доставим к девочке и на куру. Все, пушняки, круиз, всякая хрень. Бля, заебись. Что нам, долго будет свистеть? А? Долго будет свистеть? Тихач накачался, еще вот это пока дойдет, знает. А руль как регулируется? Там вот кнопка под левой ногой, не-не, под левой ногой. Еще выше, там она такая остренькая, ее нужно нажимать. Блять, там была резинка, она отвалилась, а он еще не, наверное, не опустится. Она что, пиздец, какая остренькая, сам нажмешь. Не знаю, нормально. А сигнала нет, да? Воздуха нет, вот сигнал. Как в нормальном русском, этом, американском. Я себе. Сейчас накачаю. Пип-пип. Сука. Охуенно нашел. Тут тоже была хрень. Короче, то хуя, что было, ты все проебал, да? Да нет, было уже так. Был проебал. Я-то не новую пригонял. Блядь, и место нормально так. Как она в дороге? Отлично. То, что гремит, не гремит? Не, ну гремит, конечно. Она так всю дорогу свистит или пока? Не-не, сейчас уже прекратится это вот. Все, видишь. Нихуя себе. Ну я еще слабенько, еще не накачал. Попробуй, нажимай. И все, что ли? Не, можешь вверху вытащить. Также я эту кнопку нажимаю. А это нет? Это не работает. Это он двигается с другой стороны. Бля, как в КамАЗе попасть. Да. Чё, я не, 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 вот так, наверное, сбоку. Вот, девочка. Нихуя себе. Сыгодно, сыгодно. Там кнопки можешь повыше сделать. Тоже там же. Это прицеп сейчас будет накачивать. Он не накачал, что ли? Ну, накачал, но прицеп еще не накачался. Буханочка, бойся! Вон буханка едет. Ебанулся. Габарит, ты видишь? Ну, видишь уж. А это что-то зеркало наебывает, да, я смотрю? Кривит? Вверх, нет, вниз, нас приближает. Как будто, блядь, на одиночке едешь. Вон. А нижний нормально. Не знаю, я в основном. Это верхняя. Не, ну поворачивай, нижняя смотрю. Ну да. Чтоб по бордюру не поехал. Вон парашют есть, все. А как первый? Выжимай, выжимай. Все. Выжимай, выжимай. Все, первый включилась. Да ладно. Да. Она что свистит-то? Воздуха еще мало. А ты поедет, да? Поедет. Ебать, я еду на такой большой хуйне. И нисколько не боюсь, только чуть-чуть сыра. Вот, короче, надо сигару ехать чебарить нахуй. А? Там ты? Похож я на Белогородского, а потом похож. На Валеру. Валера, да, привет тебе. Как сзади включить? Туда. Что, включил? Нет. Нормально было. Блядь, сыкотно нахуй, конечно. Ну где-то так и было. Ебанулся. Это не, это парашют. А где ручник?
Блять, после этой машины все фуры чувствуют себя малолитражками. Все может тушить. Ты эвакуируешься? Да ну сейчас поеду, я хотел масло долить. Да, выжимай сцепление. А то будет бить по этому. Все, ключ поворачивай. Все. Я сделал это. О, блядь. Не, ну маленько, конечно, есть очко небольшое. У меня тоже было, когда я поехал первый раз. Поехал еще, блядь, еще. Потом, наверное, когда ты в эту шконку плюхнулся и забыл про все на свете. А под шконку что? Тоже ящик. Я в охуе. Это заключительная речь была. Охуенно машина. Интересная, необычная. Ну, наверное, я бы ебал на ней. Сколько расход? Блин, сейчас приехал 42. Ну это, блин, какая ерунда. Ты пустой ехал, да? Да, не, 25. Пустой 25? Не, 25 тонн ехал. Так вообще я привозил вот туда с десяткой еду, например. Назад до 20-ка, 32-31. Сейчас что-то случилось непонятное. То ли, блин, ее кто-то слил. Хотя это мало вероятно, потому что я не ночевал нигде. Скажи, здесь слили сейчас? Здесь слили? Да. На платной стоянке? А, вот этот блокпост. Ребят, здесь сливают солярку. Так что ездить сюда я не рекомендую. Я вырежу эту хуйню. Не-не, я пошутил. Это вот реально блокпост. Эмиль встретил хорошо. Был автообзор на канале Play Дальнобой. Подписывайтесь на наш канал. Йоу!